Всем привет, с вами профессор, и сегодня я вам покажу, как же стать в игре Туда 2 больше, чем сам Рошан. Вот наш Рошан стоит здесь. Для этого нам потребуется 6 уровень Undying, любой уровень Огры Мага, можем даже первый, и пассивка, ой, не пассивка, а второй скилл Undying, чтобы усасывать жизни. И, ну, еще и БКБ. Также лучше еще парочку вражеских героев. Для начала нам нужно сделать, ну, ультануть, и начать высасывать жизни. Чем самым мы становимся больше и больше. Мы стали, как видите, намного больше, чем остальные герои. То есть мы уже достаточно большие. И сейчас мы бежаем третий скилл Огр Мага на Данга и прожимаем БКБ. Закончился ульта. И вот теперь мы больше самого Рошана. Причем достаточно много. Также, если будет больше героев, может быть, также больше. Потому что он посещает очень много единиц силы. Также можно даже вот на 25 уровне, без айтемов, спокойно соло убить Рошана. Но это понятно, мне кажется. В принципе, на этом все. Это все, что я хотел вам показать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.